Так, ну это новая поездка у нас на озеро Бартугай. Вот. Контрольный, вижу. Дима, водитель дежурный. Главный пассажир Шурик, все прячется, но правда его это, да. Так, все. Это мы поднимаемся уже на объездную трассу. Копчегайская трасса. Ну тут практически ничего. На объездную дорогу выехали. Вот, проезжаем. Дорога мокрая, но будем как-то аккуратненько, дождь что ли шел. Ну вот как-то специально снимаем для того, чтобы... Вот, декабрь месяц, а дождь идет. И какой декабрь? Чего началось? Январь. Январь, конец января, скоро начало февраля будет, да. Собрал. Так. Это у нас получается, да, мы подъезжаем к перевалу Кокпек. Еле-еле что-то видно, так распогоживается. Непонятное что-то. Ну, доехали нормально, трасса здесь уже сухая. Очень красиво. Бартугайская долина с правой стороны. Мы обходим этот хребет слева. Ну, погода вот в принципе достаточно симпатичная. Перед нами поселок Курдай. Поправка, поселок Кокпек. Мы немножко подзаблудились в той стороне Шанжи. Вот. Вот она, Бартугайская долина. Стоим немножко, соображаем, куда ехать. Проехали практически каньон, перевал, Чарынский перевал. Я пошел камушки искать. Ой, киянку с собой даже взял. Вот. Красивая здесь порода. Пока тормознулись как-то вот так. Отлично. Чурынский разлом. Уникальный. Вообще уникальный разлом. Кажется, это именно геологическая такая складка. Как будто по ней прям резали эту территорию. Вот сейчас к ней спускаемся. Да, красивая складка. Здесь на Жаланаш поворачиваем вправо. Это вообще-то эти домашние. Справа ДОТ для охраны этого периметра. Видим. Вот как раз стратегический проход.